Сейчас будем заходить. Так. User joined your channel. Фоксман пришел, что молчишь? Привет. Что-то молчит. Подрубается, наверное. Парни, мы сегодня за ноликом. То есть с левой стороны карты. Понятно. Андрей, наш филд соулити. В центре карты. Самолет Аирка ДХ-4, бомбер. Загрузка топлива 70%. Парка с парку не ставим. Всем привет. Какой пароль? Здорово. Сейчас напишу еще раз. Пароль, да, он написан. P-E-A-C-E. Он не видит, он только позже зашел, не видит. А Дискорд сброшу, сейчас брошу. Вижу. Миру мир. Че, сколько бомб там брать-то? 12 по 20. 70% топлива без стрелка. С коллиматорным прицелом. Бомбы 12 штук по 20 футов. Самолет Аирка ДХ-4, бомбер. Не забудьте проверить трекер, подключен, не подключен. Пересядьте на место стрелка, зарядите один патрон. И средней дистанции стрельбы задайте, средней дистанции стрельбы для стрелка. Адлер пишет, будет через час. Greetings, gents. Hi. Hello. Oh, is this it today? We are don't speak English. Okay. You must told with us only simple words. Okay, bombing? Yep. How many? Сколько бобров у нас получается? Трое? Три тусситера, да. Three. And one scout? Yep. Okay, very good. Thank you. Don't mention it. Is it right? Ну ладно, бог с ним. Короче, сказал, что мы бомбардировщики, и дальше чё? Ничего. А вот чё бомбить, да. Ну как-то странно. Нет, мы обычные задания делаем. Фабрика, мост и аэродром. Вот надо Адлеру пнуть, пусть он это... Он через час только придет. Пишет он в Дискорде. Так пусть зайдет с этим, переговорит. Нам толмач нужен. А, логично. Ладно, мы тут видим этот. Мы точно за ноликов? Да. Да, за ноликов. Ты джойстик свой проверил?
Проверить-то пропустим. Сейчас зайдем за ноликов и выяснится, что это не наш метод, и все. Все понятно. Ну нет, в прошлый раз первый раз летали, сейчас второй считаем. Так, Адлер надо написать, да? Аэродром и мост на севере, фабрика на юге. Перед носом у вражеских аэродромов надо отработать. Сергей Маузер, oh. Ты с какого летать, филдобой, северного или с южного? С северного, я на север полечу. Тогда мы идем к вам, как в рекламе, хорошо? Хорошо. Алик, это ДХшка, по-моему, нас прощает, хороший выход, да, из пикирования, когда ты бомбишь на максимале и уходишь, крылья не отлетают или отлетают. Андрей, не совсем понял фразу. Что говоришь? Ну, при выходе у нас здесь крылья быстро отрываются, когда этот на пикирование бомбы швыряешь. Тут же можно максимально разогнаться, блин, и плавно надо выходить, будет или резко, можно выйти вверх. Ну, резко, конечно, нельзя. Это брось бомбу после пикирования, что ли, в смысле, это, чтобы не развалиться? Да. На максимальный никогда не пикируй на двухместнике. 80% топ, тяги ставишь, пикируешь и по коллиматорному прицелу ориентируешься. Понятно. Чем позже сбросишь, тем лучше. Он не особо требовательный к ручке управления самолетом. Если даже резко потянешь, думаю, ничего не случится. Скорость у него довольно приличная, поэтому навряд ли своими бомбами подорвешься. Можно максимально сближаться с целью. Так будет точнее груз. Тогда мы идем, Сергей Маузер, к твоему филду и вместе... От твоего филда идем на восток. Первая цель будет аэродром 1. Хорошо. В квадрате 27, между 27 и 8 квадратов. Это сыкотно. Ага. Перед ихним филдом, как перед быком красной тряпкой этот махать. 27-28 квадрат, да? А, 27. Да. 27-28. Прямо между ними. Аэродром 1. Вижу. Повыше залезем. Как минимум на 1500 километров. А, вернее, метров. 1500 метров. Это у нас будет, сейчас скажу, 4920 футов. По прибору английскому. В принципе, никуда не торопимся, пропустим наших союзников на Бристоле, которые идут на фотографирование, и последними взлетим. Окей. Кажется, сирена воет, да? Ага. А почему? Началось. Это вроде как вражеский противник. Зачем? Нет? Вся ракета пусть запускай. Да. Давай. Двигатель запускай по ракете, сейчас полетим. Запускайте, так. Все уйдут, потом мы пойдем. Ага. Этот
тут смотрю, соседи поросят набрали тяжелых себе. Так, теперь, парни, как только запустили двигатель, смесь переведите на 50%, половину. Привет. Здорово. Привет, Роман. Что там, подключаетесь? Да. Или уже на самолетах сидите? Уже на полосе. Я подключаюсь. Роман. Полтинник, да, смесь? Так, да, ракета пошла. Пошла, подтверждаю. Смесь 50%. Кто на ястребах, кто? Я? Маузер. Ну я на севе, на северном аэродроме. Спаду, по-моему, на южном. Роман, только мы за ноликов летаем. Это важно. Важно. Остальное, как говорится, можно исправить, поправить. Я понял, что мы за ноликов. Хорошо. Что на спада пойдет? Ну, без разницы, на чем можешь летать, на том не взлетай. Вы с Маузером северного филда. Спады на южном. На южном, да? Да, давай Маузер соберемся, да, потом? Сейчас. Ну, чеши к нам, потому что это. Я даже не знаю, что делать. Сейчас, считай, ребята сюда подойдут, на север. Будут на севере работать. То есть так, Олег, подлетай сюда, тогда я их над филдом буду ждать. Надо взлетать, что тянуть-то? Хорошо. Время. Смесь 50%, радиаторные створки полностью открыты. Плавненько трогаемся. Он может это носом дать. Капотирует. Так, а где наши эти? Тор несется со всех ног. Адлер написал, через час будет, опаздывает. Как всегда, короче. Я сам сейчас ехал, только приехал 5 минут назад. Несся. Успеть хотел. До ворот вправо на север. Так, сразу холодно. Радиатор смотреть. Север. Холодно, да? Восток, да. Даже. Плавненько. Кто уже на ястребе взлетел? Я уже взлетел, да, над филдом. Ожидаю иди группу. К южному иди. Встречаться там будем. Роман, К какому южному? Несколько... Да. Роман, у нас цели на северном участке. Вы как бы нас цели прикрываете. На северном? Да. Я жду, считай, наши бомбардировщики над филдом. Они сейчас сюда подойдут. Так что ты лети к северному. Это мне лететь, короче, с юга прямо на север, до самого конца? Да. Ну, постепенно. Они, считай, на полторашки решили. А ты, получается, на севе, на северном, да? Да. А сколько ж туда лететь-то, ё-моё? Да недолго. Подождём. Не переживай, спад довольно быстрый самолет. Или семерка у вас там? 13. Нет, зачем 13? Я 100 взял. Я 100 взял, да. Берем 100. Парни, радиаторные створки на 1/4 часть прикрыли. На 1/4. Двигатель, чтобы не охлаждался. Так. Вот он. Так, ну я вас, Алик, над Верденом поджидаю, короче. Высота Верден какая? Набираем какую высоту? Минимум 1500. Вы можете выше подняться. Да нам нужно будет выше подняться. Парень-то, да, нам надо повыше. Ну ты считай, по ходу будешь идти и набирай потихоньку. Что время не терять.
А у нас сегодня крайняя, да? Да. Последняя миссия, да. Сегодня надо кровь из носу и нахлобучить этих товарищей. У нас сколько получается отставание по очкам, если общее считать? 3 очка. Вот эти 3 очка как-то надо вырывать и перегонять. Это могут только истребители или сделать. Или даже 4. Да, это мы сейчас сделаем. Если сбить там вот эти какие-нибудь миссии комплексные, там со шпионом или еще, то тут как раз и будет. Так, а что, может быть мы тогда с вами не пойдем? Может быть мы тогда здесь будем охотиться? У нас двое всего, у вас самолеты быстрые. Я бы не сказал. Я тоже так думал, что самолеты быстрые, но если семерка на перерез пойдет, нас она достанет. На догоне нет, не достанет. А если будет резать угол, то есть перпендикулярно. Ну понятно. То тогда точно. Парни чуть-чуть приоткрыли радиаторные створки. Немного оставили закрытым. Чуть-чуть закрытым. Одну шестую часть примерно. Так, а у него радиатор у спада же есть? Должен быть. Есть, да. А напомните мне, ручка от себя открыт, на себя закрыть, да? А хрен его знает, сейчас не помню. Ну посмотри там по температуре. Расти будет, значит, приоткроешь. Честно говоря, не помню даже. У тебя наверное нету. Анимации нету, да? Не. Есть там по бокам где-то на приборах температура. По-моему, ну, слева. Задымит тогда, наверное. Да нету тут. Ну ладно, я взлетаю. Сегодня чуть немного отвлекся, там что у нас по оборотам, сейчас надо было половину еще держать или уже повыше поднять? По оборотам максимальные. Не, это как его, вторая шкала тут у нас, которая смесь. Половина, 50%. Да. Мне тут просто в ухо звонили в телефон, пришлось еще разговаривать параллельно. Сергей Маузер, мы на подходе к Вердену, угу. Южного направления. Хорошо, я над ним. Высота 6, 5, почти 6000. Взял курс на север. Головная машина на 5000, 1500 метров. Пять тысяч футов. Угу. Да. 1500 метров. Я 5900 где-то сейчас до 6 поднимусь, остановлюсь. Ну можно чуть-чуть еще выше подняться, поскольку облачность на этот раз выше, чуть выше. Если по нижней кромке облачности будем идти самый раз. Так, вас наблюдаем. Красиво идем. Да. Я наблюдаю прямо по курсу, пересекающимся курсом идет. Так, наблюдаю, да. Сейчас надо мной будет проходить, посмотрю, кто это такой. Как над тобой? Вот я под него залажу. Но это наш какой-то квадратный весь. Что-то быстрый какой-то. Аэродром. Ты Верден, в каком направлении? Да, Верден, самый северная точка. Город возле. Наблюдаю. Возле линии фронта. Севу наблюдаю. Угу. А это, по-моему, почувствовал себя. Не пойму, на что похоже. Сергей, как тебе удобно будет? В том же направлении циркулировать, да, или напротив? Что? Честно говоря, все равно, я вас вижу. Так что под вас подстроюсь.
хорошо мы правой циркуляцией будем, потому как прицел с левой, с правой стороны. Мы сейчас довернем левее, потом будем по кругу правой циркуляции. Хорошо. А линия фронта близко. Вокруг города, так что потом Роман увидел нас быстрее. Ладно, поднимаемся на нижнюю кромку области. Правой циркуляции. Над Верденом. Привет, Ворон, привет. Слушай, Олег, ну вот смотри. Но нас проведут, мы закроем цели, а враги выполнят просто только же, сколько и мы. Но у нас сегодня же такая ситуация, что нам надо рисковать. Ты хочешь сейчас пойти прямо? Ну да. Идите, идите. В случае чего мы вас найдем. Уже на штучку. Ладно, хорошо, мы тогда я сзади пока пойдем. Да, давайте, я пока штахеля дождусь. Хорошо, хорошо. Сейчас стою на курс ровно на восток и пойдем к линии фронта. Стал курсом на восток. Автогоризонт. Думаю, высоты вполне достаточно. Тягу чуть сбавил. Можно поплотнее стать. Вторым Андрей ты идешь или замыкающим? Андрей, дрон. Я замыкающий. А? Кто замыкающим идет? Ты чё, это моя любимая самолет. Сергей, ты замыкающим идешь? Чего? А ты я второй идёшь? На правом крыле. Так, растянулись вы, ребят. Подождите своего последнего. Втроем легче обороняться, если что будет. Поэтому спрашиваю, Андрей, ты последним идешь, да? Он не отвечает. Похоже, опять за телефон взялся. Придется сбавить тягу, Сергей. Да, да. Так резко он вперед настигает. Полная тяга, Андрей. А, Сергей. Все он видит. Хорошо, вставай. Влево перед встань. Да, да. Ага, все. Поехали. Полная тяга вперед. Теперь осмотр пространства. Так, Роман, у меня 8 тысяч. Параллельно в ухо звонят, поэтому не успеваю. И тут надо говорить сейчас. Я все слышал, а вас перестроился, да. Хорошо. Наблюдаю штаб. Посередине объекта видишь зенитку вражескую? Мелькает что-нибудь? Какая вражеская? Он же наш штаб наблюдает. Наша территория. Ну, он может ложный быть. Нас смотреть. Да. Ну, мы можем не можем. Посередине не вижу. Ну, значит, ложный, скорее всего. Право вдоль, наш. Вдоль реки штаб. Ладно. Ну, просто мы информируем, активный или неактивный, в этом есть вопрос. Ну, нужно быть уверенным, то есть видеть конкретно четко, что не стоит там зенитки. Так, я на 9000. Олег, немножечко прибери, сейчас догоню. Так, хорошо. 1500 набрал. У тебя километр там или футы? Километр, по-моему. Километр, да, у меня. Ага. Ну, красная ракета справа наблюдаю. Баллон, значит, кто-то там это. Противник. Ты, наверное. Да. Ты, наверное, день посреди карты, там, наверное, эти артиллерии коррекцию делают. Корректировку. Олег, да, у тебя какая температура? Угу. Смотри, там, значит, корректировщик сейчас будет. Я в твою сторону пошел. Ну что, мне туда сворачивать, да? Если возможность такая так, есть. Стрельбу наблюдаю. Хорошо. Ниже, выше? Ниже. Ниже полторы.
На одну треть прикрыли радиаторные створки. Значит, баба Ракот там долбит уже. Смотрим за температуру. Так, смотрим за температуру. Вижу отдаленные два контакта. Все, Олег, можешь разгоняться. На 1000 метров. Принял. Примерно, над лесом. Полный тяга. Недалеко от штаба. Стрельба идет. Угу. Кто-то кого-то пилит. Да-да, это турнир. Если вы на своей территории, атакуйте. На нашей территории. Да-да. Атакуй, я подхожу, иду в твою сторону. Нет, я далеко еще. Несусь со всех ног. Давай, на сегодня. Баллон на 11 часов. Иду по речке. Я подтверждаю. Так, вижу три контакта там. Но я выше их, поэтому отлично. Сейчас буду смотреть, кто здесь кто. Давай. Один уже дымится. Это хорошо. Главное, только самолет не повреди, выживи, если вот. Чё вдруг. Видишь, Олег, мост уже закрыли. Мост — это хорошо. Идем на аэродром мы. Ну кто это, блин? Делаем так, я произведу атаку сам один. Можешь приблизительно обозначить квадрат? Вы оставайтесь на этой территории. Середина карты. Далеко от филда среднего. На этой высоте оставайтесь. Я пока контролю, кто это, не пойму. Так, может, лучше пониже, чтобы зенитку подтянуть. Так, это походу Сева. Не надо, не надо. Так, мы скидываемся по коллиматору. Да. Похож на Севу. Но я буду атаковать Сергея. Не Севу, что ли? Нам придется обойти. Севу атакуют. В смысле? Походу запилили они кого-то. Две Севы. А. Хорошо. Объект наблюдаю. Я начинаю снижение, вы оставайтесь на этой высоте. Мы в каком квадрате? Мы в квадрате 27, сектор 6. Серег, я немножко прибрал. Стоп. Так, высота 1000 сейчас. На 10 часов штаб, вроде активный дрон, посмотри. Идет 2,5. Но Севы идут на юг почему-то. Мне разворачиваться, я так понял, да? Дрон, видишь? Да сейчас рассматриваю. На Верден идти? Нет, я уже здесь, в серединке, прямо над этим штабом. Че, ракеты сюда? Не вижу Зену в середине. Ты видишь нас, нет? Нет, еще пока. Так, я на 7,5. То есть где-то 2500. Что-то есть, стоим в серединке, да. Есть, да, есть там точка какая-то. Что-то даже ездит там, да. Активный, да. Ну, не ездит, но стоит. Мы идем на юг, я с Севами встал. Надо дать координаты. Хорошо. У меня, значит, о, по точно, краю, точно, все, зенитки по краю заработали. Грязи, а справа я, речка. Я на боевом. Ясно. Давай. Хорошо. На цель. Извилистая. Я чуть правее пошел, Серег, я тебя под не вижу. Я у тебя направо крыло чуть выше. От Зенка. Парни, Зенка по вам стреляет. С аэродрома, ну, да. Отходим, по вам отходим. Стреляет. Вверх не тяни, подо мной сейчас будешь проходить. Тут потому что от центра к югу будет этот... Надо координаты вот этой штуки. Координатчик летать. Аэродром готов. Прямо на восток. Дальше на восток. Двигайтесь на восток. Обойдем
выйдем в тыл и спокойно уйдем на юг. Хорошо. Пока идем на восток. Вправо-влево нам опасно двигаться. Курс восток. Строго на восток. Слева штаб вражеский, справа вражеский тыл. Соответственно, север, юг. Идем на восток, обойдем. Так, наш. Или это те же силы? Я. Сергей. Нахожусь, где через линию фронта проходит река. Угу. И расходится на две части. Понятно. Я тут тоже рядом. На нашей посмотри, территории. У нас высота полторы, наверное, да. Метрах. Сергей, ты написал, да, координаты штаба активно? Нет, я сейчас его и определял. Так, пока все, вас не вижу, вижу наш баллон. Это получается, нет, ракетницу дать? Бузи Дармон, тут этот, ну, город. Ну, давай на всякий пожарный. Бузи Дармон, рядом с ним прям. Координаты 27, сектор 9, Сергей. 27, сектор 9. Я ты пока видишь, где река проходит через линию фронта? Да, вижу. Я прибрал туда. Даю ракетницу. Давай. Зеленую можешь. Да, ладно, давай. А, все, вижу ракету. Вот здесь мы. Вижу, наблюдаю тебя. Спасибо, Сергей. Я у тебя на 3 часа, да, иду к тебе. Ну, за филдом выше. Их. Я где-то на уровне середины облаков. Возможно, вы впереди от меня. На 3 часа? Да. Ну, сейчас уже на 4. Так, баллон у меня слева. Да, да, я тебя наблюдаю. Наш баллон. Буду сейчас подходить к тебе, иди как шел. А впереди две севы, видишь? Да, вижу, они выше тебя. Я на их высоте примерно. Сергей, Фоксман, можете долететь до Factory 2. Factory 2, ориентируясь в сторону. Мы сейчас 29.5. Угу. Бля, я немного движок перегрел. Сбавляю тягу. Не будьте внимательны. Подходи ко мне. Подхожу, я на 5 у тебя выше. Нормальная масса, сколько тут температура-то? Ну, крайне 100 градусов. Но надо да держать. Да это понятно. 65. 65, да? 65-70. Нормально. Бля, жалко, нету темпера. Не пойму я, блядь. Что у меня с радиатором? Что-то ты ниже пошел. Когда пикировал, прикрыл. Так, потерял я. Сева, где Сева? Вижу тебя сзади. Угу. Че, пойдемся по тылам немножко? По тылам. По нашим тылам? Есть артиллерий комплект. Дополнительная СЛ должна быть появиться. Ага, да. 27.9. Лошадки. Лошадки. Японский ты был. Чему лошадки? Корабль. Корабль. Фронтлайн шип. Он прямо возле штаба. Оставим на потом. Так, баллон дает две ракеты. А, это вражеский баллон. Надорвемся.
совсем рядом с вражеским активным штабом. Ну да, прям получается в озере рядом с ним. Вот-вот. Ты Сева, не видишь, куда они делись? Нет, вот осматриваюсь. Не пойму. Они, скорее всего, туда пошли, потому что ракета, считай, вражеский баллон дал две штуки. То есть два самолета пошло. Ну, или группа самолетов. Блин. Фоксман, ты на полном идешь? Фоксман, ты на полном идешь? Нет. Вон там лафет. 90%. Сделай максимал, тут я догоняю. Хорошо. Сейчас повернем. У вас также высота 5000 футов, да? А, наблюдаю я. Да, наблюдаю вас. У вас 7000. На перерез пойду. Куда пойдем? Блин, да здесь надо смотреть. Нам вражеские тусетер разбивать надо. Ну давай, давай. Смотрим, как баллон начнет наш стрелять тогда. Дрон плавно вправо начинаю. Хорошо. Я так, не дымлю, нормально идешь? Не, нормально идешь. Так, черный дымок попердывает на двигатель. Так, нам по идее это, разворачиваться надо и на север чесать, мы на краю карты. Я же что и говорю, давай разворот. Угу. По линии фронта пойдем. Да, да. Стрельба впереди, наблюдаю. Веди, не вижу. На 12 часов. Два контакта. Три. Mm, хорошо. Прямо у меня перед носом. Все, понял. Не перекрути так двигло. Это, наверное, эти все вы. Скорее всего. На фабрику 3 идем. Да, да, так точно. Фабрика 3. А баллон дает ракету, когда видит врага. Стрельбу вижу, да. Так, один контакт выше, два контакта выше меня даже. На 12. Так, кто-то там дымный падает, видишь? Нет, не вижу, я пока наверх смотрел. Высоту сливать не будем пока. Вот на моей высоте есть контакт один. Смотри, выше нас еще два кана идет над стрельбой. Так, я тебя что-то потерял, ты где у меня? Ты меня тут и не потеряешь, здрасте. Вот, уже потерял. Так, надо мной компро... А, нет. Это зенитка. Ты надо мной идешь. Серега, ты на юг встал? Ну да. Так, вижу, подо мной проходит кто-то. Стараюсь. А, да, ты. Тебя вижу, да. Слушай, компас тут кривой. Я их потерял, они ниже где-то. А, наблюдаю. Ну давай. Одного. Походу на Фоккера похож. Вижу. Подо мной проходит. Да, вижу. Я над ним. Давай. Так, наверх ухожу. Угу. Он завиражил. Вижу. Прикрой меня. Сейчас попробую его клюнуть. Давай. Так, над лесом еще один. Так, у тебя 6, 6, 6, 6, 6.
Ух ты! Снимай. Снимаю. У меня 6 плотные. Захожу. Так, ты дымишь один свою территорию, сразу садись. Плотная. Вижу, вижу, догоняю, догоняю. Все, он тебя бросил, бросил, бросил. Все, уходи на газах на свою территорию, садись там. Так, их четверо, но это понятно, это наша четверка, любимая. Все, уходим, уходим, они уже и меня обстреливают. Блин, хрен уйдешь на этой, сука, высоте, блядь. Помочь? Не надо, не надо, иди давай на свою территорию. Блять, они меня рули, что ли, подстрелили на. Вижу я под тобой. Уходи, уходи, уходи. Все, догнал он меня, меня, сука. Меня вижу. Блин, одна жизнь. Берегите. Да мы знаем. Все, он бросил тебя. Революции вы нужны. А, хуй. За тобой, сука, идет, бля. Нет, 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 за тобой на шести у тебя. Браво. Вижу. Блять, снимай. Снимаю. Сука. Они меня рули подстрелили, мотор дымит нахуй. Садись, садись, короче, ты уже на своей территории. Садись аккуратно. Я тоже сажусь. Нахуй. Нам, блядь, живые нужны. Да что ты, сука, не бросаешь-то никогда? Садись, садись, я тебе говорю, садись. Главное, чтобы ты выжил, мой. Блять, ранил. Да понятно, я тебе говорю, садись, не воюй ты с ним, блядь. Пригнись только. Серег, чуть-чуть прибери. Блять. Выполнил. Убил, сука, расстрелял на земле. Лупи, да, пидарас, блядь, они такие. Надо было нахуй сразу пикировать и сразу садиться. Вот козел, а. Читер. Читер стопудово. Все, блядь. Блин, 5 секунд, 5 секунд. Так, все, я живой. Да. Олег, что-то мы тебя не слышали давно. Ты где? Серег, там? Серег, газ. Дал. Олег. Олег, Олег, вернись, мы с тобой. Надо было с ним воевать нахер. Олег сказал, их что он четверо. Парни, извините, это микрофон отключил. Иду так на аэродром. Я на курить пошел. К аэродрому. Factory 3. Фабрики. Аэродром, Олег, ты уже убил, все, спокойно. Да-да, фабрика 3. Фабрика 3. Я в 11 квадрате. Может, нам со снижением пойти, мы его догоним, перегоним. Сейчас сориентируемся, где мы тут. А мы вот с тобой возле озер в квадрате 4 идем. А кому сесть, стрелком? Да, давай чуть южнее. И начинаем снижаться. Алик один летит, можешь к нему сесть. Ну да. Алик, у тебя какая высота? У меня высота 5000 футов.
1500 метров. Ну, мы по идее его должны будем увидеть на 5000 перед собой где-то. Я вас наблюдаю, парни. Я чуть выше справа от вас. Серег, ты его видишь? Не, я цель ищу, честно говоря. Ты за температурой следишь? У меня вообще температура упала. А я уже прикрытый был. У меня 50 градусов. Надо просто этот не убирать газ сильно. А вот фабрика. Вот она начала отрисовываться, да. Ага. Ладно, я правую часть беру. Вы левую берите. Алекс, еще долететь надо. А подожди, стой. А может это не фабрика? Что-то не то. Фабрика вон она, прямо у грязи. Где-то в метрах трехстах. А, да, да, точно, точно. Вот, наблюдаю фабрику. Точно. Так, мы будем оставаться здесь или домой? Домой мы не уйдем, здесь низковато, сейчас спустимся. Я замыкающим за вами забью остатки. Так, ну мы по левой стороне заходим, я так понимаю, Серёга, ты по правой. Я по правой, хорошо. А, нет, ты, Серёг, по правой, я тогда по левой. А ты, Алик, тогда добиваешь, что осталось. Принял. Я блин, там чуть башню поставили. Да, аккуратней. По две кидать будем. Так, у нас все 12, но я сброшу, наверное, 6 сейчас. Они по две как-то кучнее ложатся, что ли? Ну я тоже тогда по это три, по два сброшу. Зенитку бы еще. Чтобы она не устроила нам. Там две зенитки. Вокруг. Фабрики. Правда, далеко стоят. Сейчас откроется, дадут нам жару. Так, я вниз пошел. Это 50 на 50. Сергей Фоксман по тебе стреляет, Динка. Андрей теперь на тебе, но позади. Принял. Все на боевом. Перелет один был, Юмана. Да не то вообще попал. Водонапорку бабахнул. Ладно. Алик, ты заходишь? Да, на боевом. Далеко, на боевом. Нет? Давай. На подходе, сейчас. Левую часть возьму. Давай. Иду. Так, на месте. Нормально. Положили. Перелет.
Да что же такая зараза? Кто заходит? Кто-то что-то взрывает, заходит, нет? Нет. Ух ты, зенитка, парни. Разворачивай. Сейчас еще раз прокидаю. Давай. Я захожу на левый. Хорошо. И АДХ мне не прописан, не попадаю, все. Неудобно управление надо переделывать. Зенитка на мне, давайте атакуйте. Андрей, дрон на боевом. Так, последний контрольный заход. Надеюсь, закрою. Давай, зенитка работает. Принял. На мне держу. Что-то первые ангары не взрываются. Накрыл. Ну блин, не закрывается. Косяк какой-то, что ли. Кто-нибудь заходит? Есть бомбы? Ну я делаю разворот, сейчас попробую. Давай тогда, давай. А все. А нет, это артиллерий комплект. О, захожу. Давай. У тебя нет бомб. Походу пусто, все. Захожу. Олег, я захожу, внимание. Давай. Ты уже попал. Одно есть. Что-то зенки прекратили. Бля. Не пробил. Не тот. Надо было вот то здание, которое дымит. Ну что, у кого что-нибудь осталось? Сейчас попробую посмотреть, что там. Подожди, зенки перестали бить. Возможно, мы закрыли фабрику. Думаешь, сработало? Да. По-моему, закрыли мы фабрику. Так, я пустой. У тебя уже ничего нет, ты пустой, да. Хорошо, я последний контрольный зайду. По-моему, закрыли. Давай, выкидывай. Давай. Последний контрольный. За башней, которой нужно было, да? Попробуй его. Хорошо, но у меня, по-моему, не осталось бомб. Так, ну что, надо набираться, дойти на перезарядку. Да. Да, ты тоже пойдем. Пустой, все. Не надо, не стреляй. А то. Температура, ёмана. Ух ты, ты дымишь, кстати, да. Только что начал. Да, дыми. Да я тоже. Как так? Ну потому что начали крутиться, как бы нагрузка пошла на двигатель. Мы же с 7000 спускались. Я приоткрывал и... Ладно, короче, тут надо набираться. Давайте куда идем курс. Ну курс надо отойти на этот, на северо-восток. Ну от грязи отойти. Здесь давайте сразу спилк рядом. Ну давайте разворачиваться куда-нибудь, я зацеплюсь, кто там ведущий, где, кто за мной пристроился. Я. Олег, давай, и... проходи. Да, хорошо. Мы фабрику закрыли. Все, у меня температура нормальная. Андрей, держи курс. Ага. А какой курс? Только поднимайся выше. Что, так вдоль линии фронта пойдем назад? Нет, мы обратно летим. Северо-восток, это тыл идем.
надо подняться повыше, набрать высоту. Все, на северо-восток встал, набираю. Хорошо. У меня уже 3000. У меня тоже. Только я тебя не вижу. Тут у меня это. Я у вас на 0. Прям по курсу. Тут расстояние 1-1.5 км. За мотором я тебя не вижу. Какая тут скорость набора? Оптимальная 80? 70 лучше. Держи 70. Только за радиатором смотри, Андрей. Мотор 70 показывает тоже. Хорошо. Высота 4. Парни, надо развернуться обратно на фабрику, а потом взять курс на запад. Андрей, разворачиваемся. Вправо. Вправо. Циркуляции. Да. Я под вами идем. Аккуратно. Вижу. Ага. Наблюдаю. Наблюдаем тебя. Наблюдаем. Ровно на запад встань. Нет, не на запад. На фабрику еще добрать. На юго-запад. Вернуться надо на исходную точку. Так, я не вижу 29.5. Где наша этот фабрика закрыта? Прямо по курсу, чуть левее. Внизу. Сейчас на 11 от тебя. Надписи не вижу, Алик. Надписи не вижу про фабрику. А, нет, она закрыта. Смотри, день низкий, потому что 5. Не стреляем. Это мы с толку долбили. Закрыться должна. Че, высота 5. Пошли. Хорошо, идем. Сейчас к фабрике подойдем, потом на запад. Все, у меня фабрика почти на 9. Хорошо. А курс на запад стоит. Пока на запад, да. Все, я горизонт встал, высота 5 с копейками. Давай, как на же запад. ДКС меня подвел, перестроил все управление. И очень получилось, вот как ты говоришь, Олег, прицеливаться правильно, но неудобно. Мне газ приходилось бросать уже двумя руками. Понял. Сброс сделать. Я взял курс на запад, но вас давай, не вижу. Давай. А, вижу вас позади себя. Позади себя отправо. А ты кто-то ниже, да? Выше. Я, а второго на 5, я на 5000 иду. Второго не вижу. У меня 5.5. Тут просайгачил прям как. Бля, у меня 5100 у меня. У меня на час вражеский аэродром между лесами. Уже на 2 часа. До леса доходим, берем курс северо-запад. До леса какого? Вот перед нами большой лес, который автодорога идет. По краю леса автодорога идет. Ой, тут таких лесов, Олег, много. А вот там город какой-то. А, я наблюдаю тебя, Андрей. Принял. Сейчас буду корректировать чуть позже. Ты слишком близко к филду вражескому стоишь. Возможно, тебя начнут обстреливать. Ладно, левее возьму сейчас. Да, левее возьму. А вы ниже идете, а то я на 5000 ходу. Мы теперь от тебя слева по траверзу. Все, слева наблюдаю. По траверзу. Угу.
Так. Наблюдаю пару 12 квадрат. Не пойму, кто это. Иду смотреть. Ходит низко. Хорошо. Мавзер, ты там на диктофон пишешь, чтобы потом прочитали, что было. Ага. Встал на курс. Хронометраж пишет. Да. Курт домой. Полная тяга, парни. Тогда время надо называть. Так, сдается мне, что это... О, два хальбера. Ой, не хальбера, две ДФВшки. Так, может в чат написать, ДФВшки, что фабрика закрыта? ДФВшки. А? Не будем мешать специалисту, сейчас он оценит обстановку, посчитает шансы. А чё шансы, мочить их надо? Тут шансы не шансы. Ну, на твое усмотрение. Ты на своей территории? Ну, конечно. Я ж тут охочусь в однёх на Кэмэле. По-другому не получится. Алик. Он не совещается с нами. Он нас ставит перед фактом. Ну ладно, иногда это необходимо. Тогда полезная информация. Есть два свободных места стрелков. Да, добрый ты. Вот, это жизнь. Так, одного задымил. Молоток, молоток. Надо убивать. Убивать-то надо. Да озирайся, а то сейчас они позовут кого-нибудь. Они там... на нашей территории в 12 квадрате, я же говорю, в глуби. Бомбы кидают. Сейчас тебя бить будут. А? Я бить будут. Бить будут сейчас. Так, что-то у него там отлетело. Будут, только я не скала, в смысле, ну, выше. Блять, ранились, сука, масло пустили, крыло отвалилось, ебицкая сила. Ай-яй-яй. Ну чё? Кто тебя сбил? Вот написано, кто. Короче, нас повышибали всех истребителей, блядь. Провод по траверду штаб вражеский. А он не рабочий. Так, ну я в них тоже пострелял. Но они же очканули, бомбы скинули. Забрал кого-нибудь? Да никого не забрал. Пустил дым. Они сейчас перезарядятся, и смысл. Они в 12 квадрате, прям посередине, короче, где речки эти. Надо печатать в чат. Паук речек. Я по-английски печататься не умею. Ну, по-английски DFV12.это. И все. Пишу. Да, 2 DFV пиши. Да, 2X. Такое. Танки. 11.5. ДФВ 12. Так, 12 по нампаду. По нампаду 5, короче. А, стоп, стоп, какой 5? Нет, точка 2. Надо писать 2 ДФВ. 2Х ДФВ. Ну, ты всем написал. Теперь все знают, даже ДФВ, что их ловят. Роман, печально. Своим союзником через левый Ctrl-Enter в сочетании двух клавиш. А правый через всем, да? Ну, ты просто, возможно, правый нажал, не знаю. Или просто Enter нажал. А я, наверное, просто Enter нажал. Да, скорее всего, так. Так, у вас последним кто идет? Пусть боятся теперь. Крайний я иду. Понятно. Залажу к тебе, значит. Давай.
Да, слушай, ну как же мы так сегодня лоханулись-то, а? Ну, много их было, наверное. Что делаешь? Высоту не держали нихера. Я что-то погнался за кем-то, и меня окружили сразу. Штахель, тебе кричали, прыгай, прыгай. А парашюта-то нету, куда прыгать? Значит, садиться надо было. Только увидел врагов, четверо фокеров. Правильное решение — сразу сесть и выйти. А он что-то расстреливал на земле. Да, это нечестно, конечно. Надо было после первого схождения сразу садиться. Я сел там, блядь, кое-как, но он меня расстрелял на земле. Он добил меня просто. И главная ошибка, что ты вообще с ними воевать начал. Не, ну мы атаковали. Сергей, изначально кто ж видит, сколько их там всего? Да, фокеры — это, конечно, жесть. Гораздо 6-5. Шип. Шип. Короче, у нас цель есть 27-9. Уже 4. 6-5, да? Ну да, нафига. Надо садиться быстрей. Ну, бридж комплит. А где наша эта фабрика? Аэродром сделали. Ну, короче, там надо было скриншот сделать, чтобы мы разбомбили, и зены не стреляют. Да, забыли вы. Ладно, пойдем на танки, что ли, или как? Сейчас надо сесть сначала, не убиться. И штаб сделали, ай, молодцы. Штаб сделали? Так, значит, они сейчас корабль сделают. Ага. Мы тогда на южном участке танки отработаем по танкам. Корректирую курс на фил. Начинаем снижение, парни. Главненько только. Пассажирам просьба пристегнуть ремни и выключить мобильное устройство. Угу. И голову положить на колени не забудьте. И паспорт в зубы. Нет, в анальное отверстие, там лучше сохраниться. И руки на затылок положите, коленям прижать голову. Штахель, кстати, это был отвлечен немножко. А что там с Аном случилось? Есть уже версия? Который 24-й? Да, да. Ну а что, они с полосы съехали на посадке. Разулась у них правая стойка. Их, короче, занесло в какое-то там здание. А как они съехали? Потому что я смотрел, вроде там никакого, ну вот, там ни снегопада, ничего. Как они съехали, ну. Да вот не их пойму, она шасси разулось. Само по себе или от того, что они съехали с полосы. Потому что когда шасси разулось, они уже стали неуправляемы. Один двигатель же работал. Отказ же был. Ну вот, а могло из-за того, что один двигатель просто в эту сторону потащить? Я тоже думал об этом, что они просто... Да, если на малом газу, чего он тащит? Парни, с этой позиции выключай двигатель. Выключай двигатель, планируй. В смысле? Ты что, по хардкору, что ли? Ну, он... По планерному. Да. Без права на ошибку, короче. Слишком большой разбег у него, поэтому... Пробег, я хотел сказать. Погаси скорость. Скольжение. Так, Серег, я, возможно, над тобой... Нет, это не поможет, это ДХ-4. Я все вниз иду уже в глиссаде.
Блин, я выше уже с тобой не соединиться. Сейчас, подожди. Нет, ты это... Проскочил, ты спереди уже. Что-то высоковато идешь. Падаю. Любите вы вот эти вот по-иловски тут? Увидел аэродром, ручку от себя и сразу сел. Так мне, чтобы зайти спокойно. Это ж война. Чё тут война-то? Война войной, я. Так, выхожу. Хотя ладно. Прижми хвост, прижми. Да-да-да. Впереди. Посадочная какая на ДХ? Ух, не знаю, я без движка сел. У него пробег очень большой. Кто за мной, не втыкайтесь. Видите меня? Не вижу. Хорошо, ладно, хорошо. Больше справа поверну, к машинкам. Ай-яй-яй, тормози. 5 минут перекур, парни, мы не... Чё-то не понял, я куда пробег такой? Это вообще просто какой-то Rolls-Royce по сравнению с ДФВ. А, ну бывает и так. Наш аэродром-то. Жалко, что сегодня мы за ноликов. Ладно, 5 минут засекаем и потом возвращаемся. 22.05 можно. Через 5 минут заходим. Перекур. Так, нужно отследить на вот эти вторцели. 27-29 заберут, а нам 11 и шестерочку, да? Я думаю, да, если они штаб закрыли, то они корабль должны там закрыть. Так там, кроме корабля, еще что-то было. А, еще что-то там было. Не, там 27-9 корабль был. И в 29-5 еще что-то было, цель дополнительная. Их две. Ну, это я не видел. У нас танковая фабрика в 11.5 и этот корабль в 6.5. Я думаю, они сейчас, если у них бомб хватит. Ну там пацаны, которые рядом со мной взлетали, у них поросята такие хорошие, тяжелые все. То есть они не брали мелкие. А это, наверное, 4 по 112 подвешивали. Сука, аварийную посадку не засчитала бы. Слышу, по статистике только 2 пилота сбито, бля.
Чё, 6 минут можно стартовать. Я на филде. Я вернулся, парень. Все уже можно. Готовы, да? Я так, на филде. Ты... Такая же загрузка, можно появляться на филд. На месте. Запускаюсь. Хорошо, запускаемся. Сергей Фоксман, ты на месте? Что-то куда-то он отошел. На месте. Что, летим? Хорошо. Да-да. Давай быстрее запрыгивай. Сейчас перед нами стоит дилемма, или идти на север, или на юг. Ну, север надо зайти спросить. Вот этот момент-то, кто может спросить-то? Сейчас заведусь, попробуем что-нибудь спросить. Штахель, кстати, говорит, стопудово. Штахель? Роман. Рома. Да-да, чё? Зайди к этому, спроси командора, куда лететь. У нас 3 ДХ-4 бобра. А, 3, могут... 3 бомбардировщика. На месте. Я так понимаю, если штаб закроем, появляется допсель. Пока Серег не залазь, мы еще не взлетали. Хорошо. Но там же рядом со штабом и лошадки. Как бы мы... Не лошадки со штабом, корабль был рядом. А корабль, да, корабль, точно. User left your channel. А у них кто там главный? Лупи. А, нет, как у вас появился? Геймкок. Да, Геймкок, да. Андрей, именно лошадки, 29.5, сектор лошадки, танки на юге. А, 29. Все, на штаб полетели. Принято. Ты спросил, что ли, блядь, пока думал. Ну, куча слов, они усекли суть вопроса, что мы перезаряжены, он говорит, дуйте на штаб. We have three bombers, where to fly. Ой, не надо, я лучше не слышать вот еще раз. Ладно. Все, взлетаем. Кто у нас там? Слева, нет, поехали. Ладно, хорошо, давай. В центре. Плавненько, не спешите. Жалко, одна жизнь, бля, я бы сейчас летал еще. Теперь перерыв будет 2 месяца, да? Да. Mm-hmm. Не, сентябрь будет. Блэк сентябрь. Ну, а июль-август по-любому перерыв. Да. В левой циркуляции быстрее развернемся на северо-восток. Какой же шикарный самолет, а? Его бы сделали бы в Иле. Ну, это почти как У-2. Почти. Там же какие-то 2 туситера уже сделали, да? В этом, в цирке. Нет, вроде... Еще есть. Новости, да? Смотрел, там в новостях уже 2 туситера какие-то были, да, я просто что-то не посмотрел. Ну там Хальберштадт будет. Да, Хальберштадт точно был, да. Да их все, наверное, сделают там. Цирки-то. Ну, большинство на истребителях летает, поэтому будут в первую очередь клепать истребители. Это не зря.
За температуры смотрите. По своему усмотрению створками регулируйте. По factory complete написала. Отлично. О, пояс уничтожили. Где-то пояс нашли. Угу. Вот если бы 2 ДФВ сбили бы, у нас были бы хорошие шансы выиграть. Там один ДФВ, считай, все бомбы откидал. Лучше бы нам ДФВ попались, чем фокеры, блядь. Так я говорил тебе, надо на нашей территории пастись. Да я когда вижу цель, все, у меня уже в голова не работает. У нас, как всегда, со шпионом миссия не проходит. Она очень долго делается, Алик. Да? А, ладно, хорошо, понял. Возможно, есть шансы. Че, вы не взлетели еще? Мы уже в пути. А, уже в пути. Можно рассаживаться, джентльмены. Mm-hmm. Занимать место в первом ряду, так сказать. User joined your channel. Gentlemen. Yep. Factory has been destroyed. I'm sorry, the headquarters is already destroyed. Okay. I have ship in 20. And I'm sorry, a ship in 6-5. 6.5, okay. And horses in 29.5. 29.5, okay. Thank you. Horses. Yes. On the way. Good job. Thank you. Понятно. Погнали, 29.5. Сначала. Давай там лошадей долбанем, да, потом 6.5 пойдем. Алекс, слышал? 29.5. Спрокладывай. Принято. Лошадки. Штаб закрыт. Ясно. Но они нас пустили по следу предыдущих, если у них там, я думаю... Может быть, и там их и лошадок сейчас закроют. Ну, пройдемся, чё, ну. Будем это мы чистильщиками. Не можем напрямую лететь. Там вражеские билды. Поэтому чуть-чуть обойдем. То есть мы повторяем фактически маршрут первого вылета. Я что-то не видел, чтоб шип комплит было написано. Или он не будет шип писать? Шип он отдал другим пацанам. Если мы раньше туда дойдем, значит мы его разбомбим. Да они, может быть, и не закроют его. Тут же как... Может, бомб не хватить. Всякое бывает. Прибежит, скажет. Главное быть... В районе надо стоять. Сейчас возникает вопрос. Мы сейчас уничтожим лошадки. Остается какие-либо следы? Танки, да? 6-5. Can I change you again? Ready? I'm sorry. We have a target. Tanks at a factory at 11.5. 11.5. 11.5, okay. Can you do that tank, instead? Excuse me? You'll do that? Yes, we will do tank factory 11.5 and 6.5. Okay, ship. Thank you. On the way. Все меняется, Алик. Все меняется, Алик. 11.5 танковая фабрика понеслась. Но я, честно говоря, и думал, что север заберут эти штабисты. Ладно, разворачиваемся тогда. На юг? Сейчас, доброжу. Мы не торопим. На восток. Пока на восток. Между филдами проскочим. Послали нас в самый жопец.
проведу вас между филдами. Так, А-65 тоже целая, да? По-моему. Угу. Ну, нам вот эти две цели. Я так, честно говоря, кто юг даду. Ну да, 11, потому 5, что 6, эти 5. Все были на штаб брошены, поэтому... В принципе, вроде... Можно набрать близко к максимальному количеству очков. Должен сделать сегодня Алик все. И надеяться, что враги ошибутся. Ну, с учетом того, что врагов больше, я думаю, шансов у нас практически нет. Я уже забыл, что у меня Серега сидит, уже собирался кричать, у меня стрелок зашевелился. Ни с того, ни с сего. Атак, поинт один. Слушай, а танка фабрика, там танчики стоят? Или они ездят как-то там? Стояли ездят, они там. По-моему. Или что? Нет, стоят, да. Стоят, но кто-то из них еще и плюется, блин. Там зенитка вроде одна есть. Я помню, что когда бомбили, там даже танк отстреливался. Ну. Угу, да-да. Там зараз, Талбот приземлился. Чуть-чуть южнее, правее возьмем курс. По курсу вражеский аэростат. Доворачиваю на 5-10 градусов. Встал на курс. Автогоризонт. За температуры уж сами смотрите, как по возможности. Уговорил. 65-70 примерно. Оптимальный режим. Техночат, конечно, расслабляет. По нам динки стреляют. Нас подсвечивает, да. Подтверждаю. Доворачиваем влево, на запад, иначе упремся в вражеский тил. Тут прям мочат плотненько так. Так, да, по мне. Противозенитный маневр, направление запад. Они хотя далековато бьют. Ну, хорошо. Успевают. На меня переключились. Динки, держитесь.
прискочимо следом. Тут что-то тут есть, видимо. Ну, Зенка лупит по нам. Аэростата. Хотя, возможно, еще какой-то Зенка есть. Дополнительно. Успокоилась? Ну, по нам долго. Да, на вас переключили. Это не с филдов ли? Чуть-чуть левее доверните. Слева филд вражеский, не? Нет. Ну, как сказать? По курсу вражеский филд далеко. И на 2 часа. Нам не ближе в 6-й квадрат дойти. Оттуда там на юг повернуть, да, хочешь? А потом, да, к фабрике в конце. Давай корабль в 6-м бахнем. Принято. Это по-нашински. Избавил тягу, надо бы собраться. Здесь как по минному полю видно. Да враги сейчас все на нашей территории окучиваются. Они-то понимают, что им нужно просто свое выполнить и все. Ну, мне как бы не истребители интересуют. Здесь наземки. Вражеские филды. Опасны. Олег, давай полный газ. Принято, полный газ. Чуть-чуть доворачиваю правее, то есть... На этот курс, автогоризонт. Так, вижу пару на 3 часа. Далеко 3 часа. Пока. Право, там... Вон где... Так, еще высота. Один. Тройка. Ниже нас идут. Идут в сторону линии фронта. В сторону линии фронта. Спасибо, Сергей. Да. Давай гляди к облакам выше. Набирай. Облака выше. Но нас сейчас увидят, если потянутся хотя бы. Нам надо в облака и направлений... юго-восток, иначе нарвемся на фил. Мы сейчас к ним на 6 переходим. На 6? Может, там наши идут какие-нибудь поменьше? Ну, они над лесом вон идут, в лесу вон у нас на 3 часа болотце есть, вот за ним уже. Где-то чуваки не шли нашу миссию делать посреди леса. Они домой идут, ну, в смысле, в нашу сторону идут. Если наш, то домой. Если не наш, то, значит, к нам бомбить. Так, теперь, парни, доворачиваем. Чуть левее. Между 2 филдами проходим. Автогоризонт, полная тяга. Чуть левее доверну.
автогоризонт. Перед нами штаб, надеюсь, там никого не будет из врагов. Полчаса остается. Мы через 5 минут подойдем к цели. 5-6 минут у нас. А успеем ли на танке? Может, нам разделиться? Забирай корабль, мы пошли там на танке. Ну, мы тогда с Андреем на танке пойдем, ты, Сергей, на корабль. Хорошо? Давай так. Вот я сейчас тебе доверну. На восток курс. Этим курсом пойдешь, выйдешь на корабль. 6-5. Да я найду, все. Давай. Все, все, так, удачи. Ладно. Тогда я к Сереге перевожу. Ну, раз, да, раз вы вдвоем. Андрей, мы плавненько на автогоризонте доворачиваем на юг. Право, право. Японский ты бот. Ну. Что такое? Пишет лошадки. 29-го года. И чё? Там уже пролетели. Но он кому-то сказал просто. Кто-то спросил, видимо. А, ну ладно, хорошо. Но там, да, была надпись, что не выполнена эта миссия еще. Ну, 29 хорсы, по-моему, не было. Было давно. Была желтая надпись о том, что не выполнена. Ну, она ли была очень давно? Ну да, очень давно. Сейчас последний раз не было, по-моему. Надеюсь, что закрыли. Да не, нет, была. Вот только что надписи были, была желтая надпись. 29, да? Комплит, да. Да ё-моё, ну ладно, это уж, как говорится. Нет, ну сейчас бомбы останутся, да полетим. Может, успеем. Разорваться, что ли? Да не, полетели, пока фабрику накроем. У меня есть устойчивое подозрение, что Олег парится насчет своей статистики. Нет, нет, не для этого. Да ладно. Статистика ни при чем. Просто не можем разорваться. У нас не было этого подтверждения, что надо лошадки уничтожить. Он, скорее всего, кого-то отправил туда на лошадки. Если он нам сказал морг, значит морг. Как доктор. Андрей, пока остаемся. В сторону танков. Да. Так. Сейчас бы сообразить, где находимся. Госпиталь под нами. Справа озера. Госпиталь под нами, значит, где-то танки здесь. Рядом. Госпиталь под нами. Ну, не совсем под нами, здесь. Впереди по курсу. Ну, вот слева, смотри, на 11, это не он, не завод этот. Какая-то фабрика стоит, возможно, ну, там вот, прям танки. Прямо в самом низу, вот там, что-то, это аэродром, дальше него идет. По-моему, я правильно по курсу иду.
танки, танковая фабрика обычно, возле танковой фабрики. Совсем у нас уже под крылом на 11. Да, да, она... подтверждаю. Только я ничего в ней не вижу. И зены по нам не стреляют. Ну, наверное, они сами будут отбиваться. А ты танки видишь? Тягу убери полностью. Полностью убери тягу. Радиаторные створки полностью закрой. Наблюдаю корабль. Ты Фоксман видишь? Да, строю заход. Ага. Так, Алик, я тебя что-то потерял. Ты меня видишь, нет? Ну чё, получается, по сентября, да? Нет. Бабахнули корабль. Молодец, молодец. Только что убили. Это не мы. Алик, тут что-то фабрика пустая какая-то. Да. Танки, по-моему, появляются в последний момент. А кого здесь взрывать надо? Не туда, что ли, вышел. Радиаторные створки полностью открой. Рядом с госпиталем. Аэродром вон ближе. Вот аэродром есть. Фабрика соответствует. Может, она не она. Может, они же ее выполнили. Парни, пока тогда. Пока, спасибо. Давай, счастливо. Ну давай, теряйся, пока. Я в ДК есть еще, теряюсь. А, ну да. Конечно. Андрей, я тебя вижу, ты вроде... Что, получается, до сентября, да? Я над фабрикой кое-что. Да, здесь вроде до сентября. Неудачный сегодня вылет, ну ладно. Зато пообщались, полетали вместе. А, давай, счастливо. Приятно было, давай, пока. Давай, счастливо, пока. Спасибо, Роман. А вон там дальше, это госпиталь, да, стоит с вышкой, это с водонапорной. Да, госпиталь, ну, позади где-то остался там. Ну, это у тебя сейчас он позади, да? Я сейчас на него иду просто. Да-да. Госпиталь, да. Вот относительно госпиталя я и рассчитываю. Но мы в прошлый раз какую-то миссию атаковали танки, именно в этом месте был. Да вот, вот это другое место, это нет, прям реально. Так, ты низко ушел? Я рядом с этой фабрикой. Я внизу, да. Блин, реально хреново. Где же танки-то? Вокруг этой фабрики. Так по нам уже зены стреляли бы. Где? Стреляли бы. А, ну да. Если бы было что-то. Шача у нас быстрее получается. А он пустой, наверное. Я не вижу из-за крыла. Нет, у него еще есть. А, ну парочка, да. У нас полная загрузка. Он к нам идет. Это он типа намекает на то, что... На 29.5 мы пошли, короче, на лошадке. Хорошо, прости, ладно. Алик, прости, я понимаю, у тебя слабость. Нет, все нормально. Можно, да? Нет. Спасибо. Не проблема. Танки только. Там такие эти домики, как лошадки, они там с трех сторон вроде стоят обычно. Домики. Тут и домики, и фабрика, и ангары. Но они там не совсем то, чтобы фабрика. Да ну тут есть строение, но ничего нету. Вот здесь аэродром тоже пустой, ничего нету. Нет, там именно квадратные такие вот, как ангарчики компактно стоят, типа лагерь какой-то. И с трех сторон стоят танки.
Ну, мы точно в 11.5 секторе были. Да стопудово, стопудово, это он, нет здесь ничего, короче, да. Полетели отсюда, что делать? Куда полетели? В 29-й квадрат. Корабль в 6.5 убили. Смотри надписи 29-5. Сейчас про фабрику. Так, где лошадки? Я, короче, в правой циркуляции над фабрикой этой. Да-да, я наблюдаю за тобой. Все, вот они. На боевом. Ладно, хорошо. Вот появилось. Вот, под... это вот три сразу идут, ёлки. Он сейчас обоих побьет. Он сейчас всех их заберет, гад. Держим зенитки, зенитка по нам, естественно. Ладно. Нет, по нему. А чё, всё, 20... Зенитку убил. 29.5 только, блин. Зенитку убил. Сейчас, Андрей... О, смотри, вот, я... танковая фабрика Дестрой. Да? Да, выполнена миссия, все. Ладно, понятно. Все, домой идем, че. Отлично, одна осталась. С пулемета бы я, она дымит. Ну, тут один ствол и патронов не так много, поэтому хорошо, ну ее нахрен. Хорошо, это логично. Андрей, хорошо. Я перед тебе, перед тобой. Слева, слева, чуть выше. Вижу. Стреляли. Пошли домой. Принято, принято. Курс. О-о-о. Так. Сейчас. Чуть-чуть вверх поднимемся. Ты меня видишь? Да, 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 я все. Противников зенитки забили. Но эти шустрые ребята, они прям вот... Отбирает добычу из-под носа. Да нас специально, наверное, посылают туда, куда не надо. Так, ух чё... ты, под огнём! Вот-вот-вот, я и так и не понял, думаю, чё это у меня там было? Ракету, ракету! Так, мы дымим. Говори. Этот с ним завязался. Так, разворачивайся, помогай ему. Хотя, блядь, или иди домой, потому что у нас все течет, и масло, и этот. Сейчас. Это триплан, гад. Пикирую и ухожу. На запад уходи, на запад с этой позиции, на пикирую, запад пикирую, да, пикирую вниз. Слушай, тяжелый он какой, а? Я за тобой пойду. Понял, 150 скорость. Хорошо, я тебя пока не вижу, держи курс запад. Может, я оторвемся. Иду, я иду вниз с пикированием, да. Перезаряжаюсь. Перезарядился. Высота 100. Принял, но я тебя не наблюдаю. Блин, под нами крутится, я его толком не достаю.
Смотри за температурой, Андрей. Давай. Справа. Идем. Перезаряжаюсь. Ракеты, я у тебя, Алик, на час впереди, твоя высота. Под нами, сзади. На час. Принято, твоя, правее твоя доворот. Высота. Ты должен меня видеть. Сейчас, подожди. Вижу. Угу. Похоже, Альбатрос нас потерял. Он две красные ракеты плюнул. Так, да, отвернул от нас. Этот у него заходит. Ну он чувствует, что он тут это. Я специально хотел его под. Что-то мы парим как-то жутко. Да, у нас аж две струи сейчас. Я не расслышал. Ты меня видишь, я тебя что-то потерял. Я тебя вижу. Я сейчас скоро на тебе на 6 выйду. Перезаряжаешь. Тихо. Я немножко приберу. Где он там? За нами на 6 внизу. Слева, справа. По центру. Сейчас уходит направо. Так, по врага не вижу, чисто. Так, еще один прилетел, блять, уже Фокер. Я за тобой чуть ниже. Принял, поэтому я тебя не вижу на фоне леса. Весь рейн ты. Так, он выше лезет, выше. Выше нас. Не поднимайся высоко, справа от нас вражеский филд. Я в горизонте могу пуститься еще. Принял. Полную тягу давай. Правый истребительный пыль. Так, Бристоль на него переключился. Фокер, походу, кончился. Надо, короче. Убили, что ли? Фокер, ой, триплан кончился. Фокер на Брист. Так, на нам, нас на 6 заходит. Короче, смысл в том, что у нас все плохо, у нас температура шкалит. Ну потому что, да, у нас... А вы лошадей закрыли вообще? Да. Да. Перезарядка. Велей. Оп, отлично. Ага, вон, пишет, что все закрыли. Все, больше нет ничего, только догфайт. Так, ты постреливай короткими. Он далеко ушел. Отваливает от нас, видимо, подранили его. Так, нифига, опять крутится с этим. Еще один шель пришел. Ну мы не можем воевать, у нас уже температура за 100. Да, ну мы все. Потому что вода кончилась. Хотя бы до линии фронта, нейтралки. Сколько сможем наберем. Курс запад, набор высоты. Слушай, а мне микстура даст вот сейчас вот мощности двигателю куда-нибудь рвануть? Да хрен его знает. Так, походу это... Походу это был Лупи, блядь. Радиаторы полностью открой на климбе. Наборе высоты полностью открой. Стрелку, считай, тоже одна пулька осталась. Скоро 70 стоит, набираем. Хорошо. Не туда мы идем-то, ёмана. Так. У меня стрелок. Автогоризонт. Принял. Ко мне кто-то подсел. А вот только что сбили которого, видимо. На Бристоле. Продолжаем набор. Я думал, этот бот начал среагировал на противника. А если, Серега, это временно двигло выключишь, не подостынешь? В смысле, заведешься потом? Не знаю. А то сейчас вода вытечет и все, кирдык. Да ее уже нету. Может, уже дым перестал, значит все, у меня уже... Нет, дымит еще, дымим. У меня уже стрелка упала за 100 градусов, все, больше не показывает. Обороты пока не гуляют ровно, но... Мощность чувствую, теряем. Две красные ракеты, Алик. Правая стрельба? Две красные ракеты. Ракеты, ладно, это не на нас, наверное. Надеюсь.
Но там самолет. Подожди, вот точно. Прямо иди, прямо иди. Автогоризонт. Автогоризонт. Принял. Мы 3000 набрали, 3200, это километр. Попробуем линию фронта на этой высоте преодолеть. Это самолет, да. Красные ракеты пойдут. К нам приближаются. Так, сейчас заход будет. Горочку сделаешь. Сейчас он пулять начнет. То есть ямочку. Если шок его увидит. Так, красная ракета сзади нас. Фокер, на тебя заходит, Олег, на тебя заходит. Да, дымный кто-то. Ныряй. Фокер, по-моему. Ныряй. Ты лети прямо. Сохраняй высоту. Все. Сохраняй высоту. Андрей, высоту сохраняй. Он на нас переключился, пока он один. Эхо, мля. Еще далеко, да? Что-то я его не вижу, куда он делся. Снизу, вниз ушел. Ладно, давай. Так, ладно, выхожу из точки. Полностью давай. Сейчас я полный дал. Сейчас пойдем, поднимайся, сейчас я попробую отработать. По нам лупит. Сейчас, у меня за килем, я его не вижу. Так, а у тебя, Алик, там никого нет, кстати? Он ныряет все время. А у меня этот стрелок сидит просто. Ко мне тоже кто-то сел. Я к тебе сел. Ты с набором идешь? Смотри, маузер слева внизу. Вражеский самолет под нами. Сейчас. Движок, Алик, ты где? Слева внизу. Вижу, да, наблюдаю, над лесом идет. Низко, мы высоко идем. Так, перепрыгиваю к Алику. Смотри, с его позиции меня увидишь, нет? За мной наблюдаю вражеский. Ладно. Так, тебя вижу, ты высоко. Он низко под тобой, он тебя не достанет. Ладно. Так, вверх полез, смотри, Андрюх, выше забирайся, выше. Андрей, да. Выше забирайся, он далеко еще пока. Будет пытаться тебя достать. Ох, японский ты бот, здесь зенки. Зенки. Опа, отстрелили. Так, дрон сажусь. Чё там? Все, Алику крылья отвалил зенк. Да между зенок хотел проскочить. Уже высоты-то не было. Ладно. Ты держишься, Андрей? Пока да. Туда Серёга к нему забрался. Да, Серёг, ниже нас был, с правой стороны. Сейчас тут поманеврирую немножко. Пока чисто, ты давай на руках иди, конечно. По тебе тут лупят. 10 минут миссии осталось, как всегда. Ух ты, ёлки. Рядом было. По снижениям змейку давай. Ну не затягивай змейки, иначе это... Там бой идет за нас на 6. Расстояние где-то километр меньше. Все, мы на своей территории. А своя земля и бежать помогает, да? Да. User joined your channel. Вот это поворот. Вот это люди. Как раз вовремя. Здорово, Серега. Привет, Сергей. Во, как раз сейчас это. Садитесь на Кэмл и к штабу. Срочно. Да, 10 минут до конца. Или на спады, или на это. Так, или на севы. Так, я, кстати, был в 17-м квадрате, штаб нерабочий.
В центре штаб тоже не рабочий. Видимо, так же, как в прошлый раз, около Вердуна, наверное. Или Вердена какого. На юге. Ой, на севере, то есть. Так мы же видели наш штаб-то. Где мы его видели? Он рабочий был? С зениткой? Да. А-а-а. Да. Это в каком квадрате? Я просто что-то внимание даже не обратил. Или мы вражеские видели? Что-то я уже перепуталась. Вроде свой мы в начале миссии первого, когда взлет был у нас. А, ну с севера шли же, считай. Мы пошли на север, и на севере видели его. А, ну значит в 30-м квадрате, как в прошлый раз. Так, ладно. А может... Или что, и в 30-й не заходили? Вражеский? Рассматривали мы вражеский, точно-точно. Потому что там рядом корабль, мы, это был про врагов, мы обсуждали. Ну, в центре пустышка, вот мы его сейчас проходим. В центре, да, Штахель сказал, что пустышка. А в 17-м я, считаю, видел. В 17-м или в 11-м? В 17-м, по-моему. Значит, на север еще. Да-да, на север, видимо. Дрон, на самолет поврежден, нет? По идее, нет, мне никто не стрелял. Ладно, курик пошел. Просто пошли на штаб прикрывать, да и все. А у меня ничего не... А, просто пилотом, что ли? Ну, будем воевать, тут уже что терять-то. Прикрыть, ну, просто, ну, если там не убит он. Какой квадрат? В 30-й. С вами по курсу красная ракета. Начали без нас, значит. В 30-м квадрате, наверное, где этот ляперчик. Сильвер ляперчик. Перчик, перчик. Ну так. Жестко. Да. Садись сзади. Да.
Садись на спинку. Удобно так? Ноги вперед. Что, пулемет надо взять? Обязательно. В смысле? Да, он Берри инструктирует, как правильно. Сейчас воевать будем. Так, а что у нас это? Штаба еще не видно? Я не вижу. Тут пулемет дурацкий, у меня обзор не работает. А, вон он, прям по курсу мы на него вываливаемся, видишь? Ну вот, какие-то ангарчики там, да, нарисовались. Да, 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 сейчас подойдем. Ага. Че, по нулям будем крутиться? Да надо подойти, посмотреть, может он уже убитый, как бы уже и... Он слишком рядом с линией фронта, скорее всего, его и убили. Крестиков было сегодня численно больше, они уж так напряглись, две миссии. И зарешали. Тут актив у нас разбежался. Пустой, по ходу дела. Пустой, да? По-моему, да. Зенитка по центру стоит, и там должна лошадка или что-то кататься ничего, по воске. Ничего нету. Очистили его уже. Ну, не всегда они будут видны. Да не-не, все, он уже мертвый. Слева. Сломались. Как получится, Вань? Да. Мы не успели. А, крылья вот эти. Угу. И сломаешь винт. Точно. Ладно? Посмотрим. Уже быстрее бы миссия закончилась. Узнать, чем закончилась. Ребята, которые летят. Все. Все, закончился полет. Ну, мы не успели, пока запускались. Слишком долго. Ну, теперь результат только остался узнать. Мы выполнили все. Ну, это хорошо, что вот они выполнили. Они тоже сделали все. Понятно.
Да. Катастрофа. Чудо не случилось. Их было больше. У них было больше желания победить. А нас посылали куда попало.